Так, привет, друзья. Я по вам скучал. Куда встаешь? Никто не разрешал. Так, нам сюда, по-моему. Нет. Блин, я забыл. Так, 5 августа 1998 год. Я не могу больше это выдержать. Я должен брать инструменты на операционном столе и раскалывать их черепа, чтобы исследовать части их мозга. Я делал это много раз, день за днем. Это ужасно. Вина остается со мной все время, даже после того, как я ложусь спать. Управляющий Винсент инструктирует нас. Смотри на них, как на людей. Они только сырье, которое мы используем, чтобы создавать тиранов. Но именно я вскрываю их черепа, я никогда не смогу смотреть на них только как на сырье. Они люди точно такие же, как и мы. Я спрашивал у управляющего Винсента о возможности уменьшить их страдания,
но он игнорировал мои просьбы, отвечая, что при использовании анестезирующих средств невозможно извлечь полностью чистый гетеробета-несеротонин. Даже если это потребности компании, я не верю, что то, что мы делаем, является этическим. Я уверен, что попаду в ад после смерти. Или, возможно, я могу сказать, что я уже... Так, здесь все мы взяли. Так, еще один. Ладно, с тобой мы не будем сражаться. И здесь у нас растения повылазили, тоже нафиг. Еще гранатомет тратить. Отправляемся сюда, отправляемся назад, используем диск. Так, здесь у нас ожили друзья. Ну чтоб тебя, какой-то ты. Отвали. В принципе, их можно не мочить, они все равно. Они, по-моему, будут бесконечно испаниться. Ну ладно, раз уж начали. Отряд друзей, гнилых друзей. Давайте, подходите по одному. Эти там застряли. А нет, вон он бегает. Падай, падай, падай. Хорош уже ходить. Так, берем заряды. И возвращаемся назад. Жили. Я говорю, они будут бесконечно оживать. Так что, в принципе, их можно не мочить. А, еще один. Я думаю, тут кого-то не хватает. Один заныкался. Падает. Thank you.
растения. Сейчас придется с ними сразиться. Давайте отбежим. Так, где у нас там гранатомет? Или, может, с пистолетом попробовать? Как вы думаете? Отлично! Вообще шикарно! Где там? Отлично, просто шикарно. И гранатомет не истратили. Блин, пистолет-то все-таки мне нравится. Хоть и скорострельность у него маленькая, но все-таки он отличный. Значит, все-таки мы накопим на финального босса нормальное оружие. Не то, что в прошлый раз с пистолетом. Ну, хотя это было хардкорно. Ничего не скажешь. Так, тут у нас. Они производят этих чудовищ на этом острове. Дядька Тиран. Заместитель главаря. Ох ты, засранец. Воу-воу-воу-воу-воу, прекрати. Разбушевался. Фантомас разбушевался. А не помню, что-нибудь там даст, нет? Для ружья там сейчас, по-моему, будет у нас охотник. Где там ружье наше? Помогите! Лорд! Держи! Не
подкрадывайся, не надо. Лад? Извини. Прости меня, пожалуйста. О чем ты? Ты здесь ни при чем. Это все Винсент. Ну, я имею в виду, я... Ты? Ты о чем? Ты детектив. Тебя зовут Арк Томпсон. Что? Правда? Я не Винсент? Так почему ты от меня убегала? Потому что я рассказала Винсенту о тебе. Привет, я Винсент. Меня перебросили на этот объект, чтобы я его исследовал. Приятно познакомиться, сэр. Я знаю Винсента. Так что я знала, что ты не он, когда я увидела тебя. Что? Шпион? Спасибо. Ты хороший парень, Лад. Итак, я Арк, а не Винсент. Лад, ты знаешь, каким образом можно выбраться с этого острова? Мой отец сказал мне, что там выше есть железнодорожная станция. Железнодорожная станция? Я слышал, что она проходит под землей. Хорошо, воспользуемся ей. Пошли заберем Лили. Давай торопись. Встретимся на станции. Система самоуничтожения запущена. Остров будет уничтожен через 10 минут. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться. Так, запустилась система самоуничтожения, только непонятно каким образом. Я тут видел, да, спрей, отлично. Так, и нам вот сюда. Точно. По моей просьбе моего друга Леона Кеннеди я приехал сюда на расследование. Точно. Я помню. Помню все. Скажи правду. Ты шпион, не так ли? Да, я не Винсент, я Арк. Кстати, заметили, да, друзья, что игра перестала глючить. Это очень радует. Так. Так, где у нас пистолет? Почему-то с одним патроном. Ах ты, тварь! Ребята, что-то вы тут разбушевались тоже.
тема самоуничтожения панику даже на зомби навела. Да сдохни ты уже. Так. Патроны. Я магнум. Отлично. Нам бы травушку сейчас принять. Так, открыты створки. Закрыто у нас. Давай, быстрей. Ай. О, ну хоть не отравил. Вот он наш финальный босс. Рождается. Вот-вот и живет. Да-да. Так, о том, как получить материал. Как извлечь бета-гетеронесеротонин? Чтобы наладить систему массового производства тиранов, абсолютно необходимо введение в течение процесса генного культивирования большого количества чистого бета-гетеронесеротонина. Это вещество является одним из элементов человеческого мозга. Как выяснилось, материал главным образом производится гипофизом людей в последнем периоде развития и вторичных половых признаков. Кроме того, медицинские данные показывают, что данное вещество производится в ответ чрезмерного выделения норадреналина. Норадреналин – это скрытое вещество мозга, образующееся в состоянии чрезвычайной напряженности, опасения или страха. Поскольку бета-гетеронесеротонин существует только в активных клетках, его невозможно извлечь из мертвого мозга. Таким образом, лучший способ извлечь материал состоит в том, чтобы вскрывать череп субъекта, не используя анестезию. Это вызовет чрезмерное выделение норадреналина, и тогда гипофиз будет готов для непосредственного извлечения. Винсент Голдман, управляющий завода по производству тиранов на острове Шина. Погнали дальше. Здесь, по-моему, все, да, больше нету. Ни аптечек, ничего.